Герейру пока на третьей позиции. А сейчас Синицына Коцалапов. Те люди, которые нарушили вчера спокойствие. И технической оценкой выиграли у великих французов. Произвольный танец Виктории Синицыной и Никиты Коцалапова. Держим кулаки. Слышите, что люди кричат «Браво!» И мы скажем «Браво!» Немножко она там зацепилась. Ну, это ерунда. Это ни на чем. Что там будут смотреть? Ничего.
Мне тоже кажется, что все было хорошо. Ну что ж, здесь как и после выступления Саши и Вани, Александра Степанова и Ивана Букина, также не хочется вот говорить и разрушать атмосферу. Мне очень понравилось сегодняшнее их выступление. Произвольный танец, в отличие от оригинального, сложнее в этом сезоне. От ритмического танца сложнее у ребят пробивает себе дорогу. Но мне кажется, что сегодня они практически совсем справились. И сегодня он уже зазвучал. Опять же, слово все-таки использовали, буду практически, как его задумывали ребята. Я думаю, что его можно сделать еще лучше. И на чемпионате мира он будет еще утонченнее, еще филиграннее. К чему стремятся, естественно, Саша Жулин. Прекрасная работа, прекрасное выступление. И видно, что проделана колоссальная, опять же, слово, буду использовать слово, работа. Много попахали. И это дало свои плоды на чемпионате Европы. Да, сейчас очень видно, что они тренировались хорошо. И хорошо катаются. Тренированные. Вот. И у них как-то с первого момента, как они показывали в сентябре, вот ритмический танец, вот сразу было видно, вот 100%, вот 100%. А произвольные доходили дольше. Вот мне кажется, что они дошли. Вот они очень дошли, интересные, да, поддержки. Вот действительно, как-то на ваше слово «дошли», она так музыкально сейчас опустилась на лед. Действительно, я уверен, что это будут лучшие оценки в этом сезоне у ребят. Ничего нет ужасного. Вот эта поддержка последняя, да, большая. Большая, как она сейчас технически идеально сделана. Она переворачивается на нем быстро-быстро. Быстро-быстро, как будто ее кто-то переворачивает. Она вообще ничего не переворачивал ее никто. Здорово они сделали. Да, каждое движение. И вот там Ваня с Сашей, а там в этой комнате стоят и аплодируют прокату. Но сегодня Саша и Ваня катались блестяще, и Вика, Вика и Никита. Да. Ну и фантастический результат показывает сейчас на табло. Виктория Синицына и Никита Коцалапов. И еще балл выигрывают у собственного личного рекорда, не только в текущем сезоне. И поднимают планку до 131,69 балла. В лидерах на чемпионате Европы сразу два российских дуэта. 220,5 у Синицыной и Коцалаповой. Итак, первое и второе места сейчас у российских спортсменов. Браво. Поздравляем Сашу Жулина с...